Здесь ребята поднимали тему, ну так, вскользь 30-х годов. Ну, это очень важно для ученых. Вот 30-е годы, так было, не так, Великая Отечественная война. Я всегда критически подходил к этим моментам. 30-е годы. Дыма без огня не бывает, скажу сразу. Но кто знает, что было на самом деле? Почему было? Почему это происходило? Никто не знает. Пока никто не знает. И никто открыто это не сказал. Почему? Потому что новое поколение политиков и руководителей того же Советского Союза, они пытались перечеркнуть все, что было до сих пор. Точно так и в 30-е годы. Или возьмите личность Лаврентия Берия. Ну, враг народа. Ну, такой-сякой и прочее. А оценивая сегодняшнего дня, получая некоторую другую информацию, ну, может, он и плохой был человек, но я думаю, что мы сегодня существуем, и еще крестовый поход оттуда так не начался, через Беларусь туда, дальше на восток, еще и потому, что этот Берия был. А недавно у нас, нас бы уже перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа ядерного оружия. А это Сталин и Берия. Ну, так же было. И никто это оспаривать не будет. Я это знаю точно. Мир нежных светов, стены древние.